Акдама 35, буква ВАВ и ХЕЙ. Вошла буква ВАВ и сказала: хорошо, мною создать мир, потому что я буква из твоего имени Авая. То есть Юдхей Вавхей имени Авая, то есть Юдхей Вавхей. Ответил ей Творец: вав, вав, и тебе, и букве хей должно быть достаточно того, что вы находитесь в моем имени, и потому не сотворю я мир вашими свойствами. И потому не сотворю я мир вашими свойствами. Хотя с подобной просьбой являлась буква Юд и получила отказ, все-таки думала буква Вава, что Юд сказали, потому что она слишком большого размера духовной силы. Поэтому утверждала буква ВАВ, что хорошо ее свойствами строить мир, то есть в мире ВАВ-ХЕЙ, что в имени Абая светом высшей вина има мира оцелудут. Има мира отцелут. Ответил ей Творец так же, как и прежде ответил букве Юд, что он ограничил ее тем, что сказал: дай, далит Юд. Хватит и не распространяйся более только до буквы Шин, чтобы не присосались к тебе нечистые силы. Ответил ей Творец так же, как и прежде ответил букве Юд, что он ограничил ее тем, что сказал: дай, далит Юд. Хватит и не распространяйся более только до буквы Шин, чтобы не присосались к тебе нечистые силы. И потому буква ВАВ и ХЕЙ не пригодны для создания их свойствами мира, ведь и они нуждаются. И они нуждаются в предохранении от нечистых сил. Сфера Тиферет обозначается большой буквой ВАВ, ВАВ с головой, потому что есть в ней все шесть, равно ВАВ, Сфирот, ХЕ, ГЕ, ТЕ, Н, ХЕ, Е. Все шесть равно ВАВ, Сфирот, ХА, ГЕ, ТЕ, Н, ХЕ, Е. Сфера и Сот являются
с мирой, роль которой передать спят отцы Ава Малхута. Поэтому в ней есть тот же свет, что и в Малхута, то есть свет НЕ без ХГТ, то есть свет НЕП без ХГТ. И потому Есот называется маленькой, маленькой вав, вав без головы. Вав без головы.